Строительство общеобразовательной средней школы на 1000 мест в квартале Центральный Заволжского района Ульяновска ведется с 2018 года за счет софинансирования мероприятий государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем граждан из средств федерального и областного бюджетов. Школу откроют в 2020 году. Открытие ждут и к нему готовятся. Я мама двоих детей, которые планируют пойти в эту школу. Мы очень рады, что в таком большом микрорайоне Центральный открывают такую школу, оснащенную, и концепция ее тоже очень здоровская. Строительство образовательной организации на 1000 мест идет в плановом режиме. Само здание достраивается и будет сдано в эксплуатацию непосредственно в декабре 2019 года. С января месяца начинается лицензирование объекта как образовательной организации. С 1 февраля мы начинаем прием заявлений будущих учащихся этой школы. Ну и, соответственно, с 1 сентября мы запускаемся как образовательная организация. Это будет инженерный лицей. В Заволжском районе 24 школы образовательные. Вот. Но микрорайон Запад растет. Сегодня здесь проживает более 4000 семей. Понятно, что в основном жилье покупают молодые семьи вот в этом микрорайоне. Конечно, потребность и в детских садах, в школах растет. Растет и потребность в качественном образовании нового уровня. Растут и прочие потребности. Нужны не только школы. Ответом на общественные запросы служат национальные проекты. В рамках реализации нацпроекта «Спорт» мы должны, значит, соответственно, активизировать и дальше продвигать массовый спорт до 55% увеличения участия населения Заволжского района в том числе. И здесь вот будет два центра. Планируется центр бокса и центра легкой атлетики. Занятия будут доступны не только учащимся, но и жителям города. Помещения, залы, запланированное оснащение позволяют сделать из школы огромный образовательный центр, где найдется место науке, спорту, культуре. Осматривая помещение, губернатор работой строителей остался доволен. Чего не скажешь о работе чиновников городской администрации. Им Сергей Морозов поставил твердый неуд. Приехали сюда уже не первый раз, слава богу, так сказать, там в чистом поле, благодаря там Алимов там болтает, стоит, значит, но мы здесь вот имеем одно из самых лучших, так сказать, зданий в Российской Федерации, и, несомненно, там один из лучших лицей, там, гимназий, значит, а вот еще строители вот сейчас заканчивают эту часть работы, а вот что, господа, вы мне объясните, покажите по срокам, когда, куда, какие конкурсы, что с коллективом, не только с набором, а что с его обучением. В школе нового уровня должны работать высококвалифицированные педагоги. На их подготовку область не поскупится, однако пока коллектив не набран. Как и нет соглашений с университетами, НИИ и прочими организациями, взаимообмен опытом с которыми мог бы помочь школе стать одной из лучших в мире. Губернатор считает, что потеряно много времени, и оставшийся до открытия год нужно использовать максимально эффективно. После осмотра школы губернатор ознакомился с презентацией проекта еще одного застройщика, желающего строить жилье в Заволжье. Сергей Морозов, отметив, что проект в целом неплох, сказал, что его детали требуют внимательного изучения. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.